Делаю кардио. А, здесь видели, делаю сердечко сейчас. I'm doing my cardio right now. It's freaking hard. Это тяжело, очень тяжело. Сейчас-то. Hey, everyone. Doing my cardio with resistant bands. My legs and butt hurting. Привет, Сашка. Вот так кардио надо делать. С резиночкой. Это, в принципе, была легкая. Первый, так сказать, поход. Было 10 минут. Я сейчас на Stairmaster, то есть на лестничном тренажере. Было 10 минут, типа разогрел. Потом 10 минут с легкой резиночкой. Сейчас следующая идет красненькая. Мой любимый цвет, но не самое любимое напряжение, потому что я тяжелая. Ну и как всегда мне списали BPI мой карантинчик здесь и Best Energy. So, I'm taking my BPI Dash Pro and L-Quentin for cardio. So that's why I'm sweating so much. Привет, спасибо большое. Но если выгляжу даже на кардио красиво, спасибо. Стараюсь. Вот, так что сейчас немножко с вами там, типа, такой сейчас 10 минут, не, 5 минут сейчас легкие. Потом опять резиночка, 5 минут тяжелая резинка. Потом опять лето. На тренировке сегодня утром была еще тренировка ног. Вот, это сейчас такую кардио дожигаю. No, I cannot show my abs because I'm wearing belt and cannot show my abs. No, I'm gonna be undressed at the gym right now. Попросили меня пресс показать. Пресс не собираюсь показывать, тем более по заявкам, так сказать. Потому что сейчас одеваю корсет. Рассказывала, что корсет, я сейчас корсетов практически не вылажу. Потому что появилась такая не очень приятная проблемка с грыжей пупочной. А belt, честно говоря, опять же, его купила в этом, там же, с Кузьми Сквини. Этот одеваю только для тренировок. Обычно одеваю тот, который с крючками. От Кузьми Сквини реально мне он больше всего нравится. Вот. Но этот одеваю просто из-за того, что его он короче. И когда делаю, допустим, те же жимы ногами, когда длинный корсет, иногда он врезается в ребра, не очень приятно. Поэтому одеваю этот, но не могу сказать, что он мой самый любимый. Я так говорила, что вот эти все корсеты с перекруткой мне не очень нравятся, это реально. То есть я его буквально начала одевать, вот этот, после того, как появилась эта грыжа. Вот, то есть не очень приятно, не очень приятное ощущение. Иногда нормально, иногда реально очень больно. Ну, не то, что больно, неприятно. Вот, поэтому сейчас дорабатываю, бомблю свои ножки ягодичные, как хотят видеть их на сцене судьи. Think you can wear this hooks when you carry. No, я корсет обычный с хукс на кардио вообще не одеваю. То есть это одеваю, потому что, опять же, на кардио вообще практически не одеваю его, потому что тут, ну, нет такого там сильного внутреннего давления, допустим. Ну, сегодня дело просто, опять же, из-за моей грыжи пупочной. Четко начала мне не очень. Right now I'm in 8. Но это, опять же, сейчас легкая. Сейчас с вами договорю. Поэтому сейчас могу еще разговаривать. Сейчас договорю, с вами попрощаюсь. И резиночка на ноги. И вперед на десяточку. Это такой у меня сегодня карта с резинками. И на тренировке, после тренировки ног утренней, это, конечно, жесть. Надеюсь, завтра смогу еще стоять или вообще ходить. А завтра еще хайк. Сашка, давай присоединяйся к нам на хайк завтра. Денисом. Никто не хочет со мной хайкать ходить. Боятся. Thank you. Давай, Сашка, давай. Поднимайся в задницу.
пойдем же вместе на соревнования. Так что давай, не позорь меня, Лавичи. Так что на следующей неделе я хотела вам написать, может, в четверг поедем опять на полировку задницы. Реально, вот я начала, Сашку туда затащила ходить на массовый хаб называется, если видели, но этим дрилем у нее по заднице. И реально работает, реально. То есть я к нему ходила буквально 4 раза, то есть практически, ну, как раз в неделю. Час работаем, то есть сначала этой дрилью, потом растяжка, массаж. Ребят, во-первых, я забыла, что такое поясница болит. И от этого, естественно, и улучшились тренировки, и самочувствие. То есть это реально работает. То есть если вы хотите хорошо тренироваться, восстанавливаться, то есть обязательно массаж, мануальчики, это обязательно нужно. Окей, все, у меня, ну, еще 2 минутки. Привет, Надя. We should take a dance class. Oh, shit. No, dance class. It's not for me. No, don't cry. I feel like I'm a big cow dancing. So, no, dancing, only one dance, and that's fun for me. It's when I have a shot of tequila and dancing in the bar. Or, but dance classes, it's not. Всем привет, привет, привет. Вот. Ну все, сейчас кардио, потом дальше еще сегодня видеосъемка, фотосъемка. Так что продолжаю снимать больше видео для моих новых онлайн-групп, новые упражнения с объяснениями и красивые фотографии. Надо бы наделать. Ну, I'm sure I'm not doing dancing either. I'm pretty sure we're gonna do Spartan Race. Вот туда можешь присоединиться в одно dancing. Так, все, у меня уже заканчивается мой маленький. Это мой, у меня был перерывчик. Сейчас единочку на коленочки и вперед работай. Так что все. Всем пока.